Всем привет, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот салатик. Селедка под шубой из магазина Перекресток. Получилось у нас на сумму 125 рублей, это я округлила. Вес 368 и за 100 грамм 33 рубля. Да, там было 33 рубля. Так, давайте посмотрим состав. И давайте его попробуем. Мы уже пробовали под Новый год, вернее, после Нового года покупали. Нам с мужем очень понравилось, и я решила сделать обзор. Если вам эта тема будет интересна, тогда я продолжу делать обзоры на оставшуюся продукцию магазина Перекресток. Так. Запах. И здесь, смотрите, сверху прям селедочка лежит. Даже целых три кусочка. Она прям лопаточкой такой вот, прямоугольничек красивенький отрезала. Укропчик тут и прям вкуснятина. Так. Здесь у нас, я смотрю, лучок вот, наверное, еще внутри есть селедочка. Майонез, свекла, морковка. В принципе, состав вы прочли. А в составе есть одна Е-добавка. Все-таки они, видите, добавляют какие-то там Е-добавки. Наверное, чтобы не протухало, чтобы хранилось долго. Наверное, скорее всего, так. И давайте с вами попробуем. Бесподобно вкусно. Она вот, знаете, вот точно такая же, как делает бабуля. Ну, бабуля бывает иногда получается не очень. Не соленая, например, если там какая-то попалась селедка не очень хорошая, то есть вот так. Но здесь, ну, просто бесподобно, просто очень вкусно. Ну, вот прям вот все нежное, все мягкое, проваренное. То есть даже свекла проваренная, она там не какая-то жесткая. Майонез, там яичко вот тут сверху. Вот все так, все это вместе так... комкуется, такое ароматное, такое вкусное, просто бесподобно. Давайте тут еще сбоку отщипнем. Ну вот он, да, тут внизу я не знаю, что это такое, но, наверное, это лук, мне кажется. Потом идет, то есть так, слоями у нас получается 1-2, где-то вот 3-4, ну где-то вот 4 слоя. Конечно, если бы мы делали с вами дома, сами, мы бы делали слоев там, сколько, 4, 6, 8, 10, да? Но все равно здесь очень-очень вкусно, и всего лишь там, сколько у меня получилось, там 125 рублей. Ну, конечно, если бы вы делали дома, получилось гораздо дешевле, если еще свои продукты, кроме селедки и майонеза. Очень вкусно, советую. В Перекрестке покупать можно. Вкусно. После Нового года, вот мы, я говорю, мы с мужем покупали. Очень понравилось, было очень вкусно. Была такая же бесподобная, прям обалденная. Обалденная. Буду ли я покупать еще? Честно, да. Мне хочется уже, честно говоря, много-много-много. Я бы, честно, наверное, ела бы ее каждый день. Прям вот настолько, знаете, вот прям вот все нежное, все мягкое, ароматное, вкусное. И она как-то даже быстро жуется, она мягкая, быстро жуется и быстро заканчивается уже во рту. Вот, очень, очень вкусно. Напишите свои комментарии, как у вас в Перекрестке готовят, покупали вы такой салат или нет, может, у вас как-то по-другому готовят. Потому что у нас бывает иногда вот не кладут сверху вот эту вот, ну, как ее... селедку. У нас бывает сверху иногда по-другому. То есть, видимо, разные повара выходят в разные смены. Бывает просто, по-моему, вот обычная майонезом сверху. Вот, а бывает вот так вот. Вот, и даже, знаете, косточки особо не попадаются. Ну, такие вот мягкие, которые можно прожевать. Давайте боком сейчас еще я покажу.
Ну вот да, ты, наверное, лучок сверху, я так думаю. Вот она сбоку. Чуть-чуть прижму. Вот она сбоку. Тут раз, два, три, четыре. Четыре, что ли, слоя всего. То есть вот такая вот. Такая вот вкуснятина. Я даже не жалею, что я взяла 300 грамм. Я сначала думала, может, поменьше. Но передо мной брала женщина в такой коробочке 300 грамм. Я услышала, думаю, возьму 300. Ну, в такой же коробочке, думаю, и кушать удобно в такой коробочке. И как бы много. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы пишите, если вы пробовали из Перекрестка. Или, может быть, вы хотите, чтобы я сделала обзор таких салатов из других магазинов. Может быть, в каком-то магазине некачественный салат делают. Напишите мне обязательно это в комментариях. И если есть такой магазин в моем городе, или, возможно, вы живете в моем городе, то я обязательно туда схожу, куплю салат, и мы с вами его посмотрим, что же в нем не так. Или, может быть, наоборот, он такой же бесподобно вкусный. Также смотрите мои другие ролики, мои обзоры на шоколадки, на печенье. Много-много там всего на продукты из фикс-прайса, на продукты из светофора, вот, на продукты из магазина Победа. То есть много-много-много там обзоров. И также у меня есть влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем, как мы с мужем путешествуем, как развиваемся с сыночком. То есть очень-очень много всего. И также чего не хватает на моем канале, вы тоже можете написать в комментариях. Я рада любому вашему комментарию. А если вы подпишетесь, я буду еще счастливее. Всем пока-пока. С вами был канал Art Money.